воинские части Щелковского местного гарнизона во знаменование Дня защитника Отечества построены. Начальник штаба авиационной дивизии полковник Сергунов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В Чкаловском военный парад. По традиции именно с него начинается празднование Дня защитника Отечества в Щелково. Первое слово на митинге предоставляется командиру 8-й авиационной дивизии особого назначения, начальнику Щелковского гарнизона генерал-майору Сергею Мовчану. День защитника Отечества, который сегодня мы отмечаем. Этот день священный для военнослужащих, которые своей жизнью, своей храбростью, своими поступками защитили нашу страну. Жители собрались у мемориала воинской славы. Здесь и ветераны, и представители руководства городского округа Щелково. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Каждый из нас бесконечно гордится выдающейся историей нашей Родины, ее культурой и духовностью, научно-техническими открытиями и достижениями. В трудную минуту мы всегда готовы стать единым фронтом и противостоять любому врагу. От Ледового побоища, Куликовской битвы и до сегодняшних дней всегда на пути врага вставали наши защитники. Это люди героической профессии, это люди, которые любили и любят нашу страну. Спасибо вам огромное! Спасибо всем, кто служит, кто служил! Чтим сегодня память тех, кого с нами нет. Благодаря им у нас мирное небо над головой. Я вам хочу всем пожелать здоровья, счастья, мира, спокойствия вашим семьям. Выступавшие на митинге говорили слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, которые в этот день, несмотря на возраст, пришли на главный воинский праздник. От них, прошедших через самую страшную войну, исходит великая сила и энергия. Большой праздник единства армии, флота, крепость связи с народом, а это всегда победа, всегда успех. Там, где наши воины прославлены, лучшие люди страны, там не может быть поражения, не может быть проигрыша. Поэтому мы, народ, армия, флот, были, есть, будем едиными, несмотря ни на какие осложнения. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.